Бесхозному кабелю найдут хозяина, но для начала его закрепят на новой опоре. После того, как съемочная группа балаковского репортера побывала возле дома номер 3 по улице Пролетарской и сняла сюжет о силовом кабеле, который в прямом смысле валяется на обочине дороги, на жалобы жителей этого дома наконец отреагировали. Исполняющий обязанности главы района Александр Соловьев взял вопрос под личный контроль. Владимир Михайлович за выходные этим вопросом позанимался, поэтому давайте ему предоставим слово. Ситуация, ну да, действительно, от ТП 32 до дома Пролетарская 3 силовой кабель является бесхозяином. На сегодняшний день комитетом по имуществу проводятся мероприятия по постановке на кадастровый учет и, соответственно, признанию права на бесхозяйную вещь. Вот до момента признания права, сегодня уже Балфадором проводятся мероприятия по организации установки дополнительной опоры для того, чтобы этот кабель закрепить. Я думаю, что, в принципе, проблема, как было озвучено, что кабель лежит на земле и представляет собой опасность, она будет устранена. После проведения мероприятий по подтверждению права муниципальной собственности, соответственно, будет уже этому, скажем так, кабелю присвоен определенный статус. Либо передача в специализированную организацию, либо реализация. То есть проблему с ними буквально сегодня. Мы позвонили председателю правления ТСЖ «Наш дом 3» Любови Куприяновой и узнали, что работы на объекте, как и обещал Владимир Попека, уже ведутся. Ага, приехали. Машины стоят. Еще ничего не делают, но смотрят. Наверное, такие уже прям машины, которые будут что-то делать? Или просто? Крана такая, да, чтобы, наверное, СОП ставить, это точно. Но столба пока еще нет. Там, прежде чем это ставить, там же видели, что там разобраться. Еще какой-то у вас такой серенький. Наверное, думают, что делать. Хоть сдвинулось. Да, может быть, хоть что-то. Но я, конечно, не остановлюсь, если они один столб поставят. У нас же там кабель кудрявый весь. Так что его надо полностью менять, скорее всего.